Доброе утро, друзья. 14 августа. Как всегда, понедельник. Сегодня у нас солнечно. Прохладно, но солнечно. Вот. Я вчера, когда спускался с горы Шмидт, кстати, сейчас вот увидите кадр. Как раз я снимал тот склон, по которому мы спускались. Сверху казалось, что он пологий. Сдалека кажется очень крутой. Вот. Я вчера на фото выкладывал. Нашел я вот этот вот молоток. Наверное, ему более 60 лет. Может быть, даже больше. Вот, потому что я нашел его в середине склона. Я не думаю, что кто-то там из шахтеров забыл. Ну, каким-то образом он там остался. Впечатлений было много. Вот, это вчерашняя прогулка. Я думаю, что некоторые ролики достойны даже лайка. Вот, пальцы вверх. По возможности буду выкладывать еще ссылку на канал Дзен. Его нужно развивать как альтернативу Ютубу. Потому что международные отношения, к сожалению, пока не складываются нужным образом. Наша страна отдаляется от мирового сообщества. Ну, такое вот государственные приоритеты. Вчера был день рождения моего любимого поселка, моя родина, 72 года. Вот. Вчера чествовали поздравлениями. Как всегда, не обошлось без тех, чтобы воспользоваться возможностью и поагитировать население за ту или иную партию, то или иное движение, за тех или иных депутатов. Насколько это законно, то, наверное, все законно, если никто нарушений не высказал. Но все пытаются рассказать о том, что за прошедшие там 5-10 лет они очень хорошо работали, только они могут сделать жизнь лучше. Хотя какие-то маленькие шаги были сделаны только в этом году, в канун выборов. Ну, наверное, множество таких дел, они вроде как бы позитивные, но все равно что-то делается. А с другой стороны, мне кажется, уже люди понимают, что вот эта показуха, она не системна, она не раскрывает действительно управленческий опыт тех людей, которые этим занимаются. И, к сожалению, в глубине души радость, она быстротечна. Хорошее быстро забывается, плохое помнится. Поэтому всем новоиспеченным, громогласным и тем, кто рассказывает про космические корабли, по-другому я не скажу, вы баню хотя бы вот сейчас в августе, в сентябре сделайте, чтобы она работала. Хотя бы в том варианте с минимальными потерями, чтобы люди могли помыться с огородов, с других мероприятий. А то вы рассказываете, что будете ее делать, хотя вы ее уже и сами загубили, вот, неправильным управленческим решением. Рассказывайте, что озером будете заниматься, но вы воду включите, чтобы хоть остатки экосистемы выжило. Вы этого не делаете. То есть вы много говорите, но не делаете. Самое главное, вы не говорите то, чего вы не можете, и то, что не относится к вашим полномочиям. Говорите о том, что вы поддерживаете семьи, кто находится в СВО, это может быть только личная инициатива. Поддерживать семьи СВО могут только либо военные, либо федералы. Мы, местное самоуправление, поддерживать СВО можем только какими-то своими мелкими частными заданиями. Когда депутат действующий или глава администрации, исполняющая глава администрации действующего муниципалитета, говорит про поддержку семей СВО, то он нарушает закон. Он не может тратить бюджетные деньги для поддержки СВО, потому что это грубейшее нарушение закона, это не ваши полномочия. Личные инициативы помочь, благотворительность, конечно, тогда и говорите не от лица администрации,
и депутатов. Говорить от себя лично. Я хочу помочь. Помогайте. Никто никому не запрещает. Вот этот момент, нюанс, я хотел бы всех своих подписчиков, кто будет где-то голосовать, вы, пожалуйста, фильтруйте то, что многие новоиспеченные депутаты, кандидаты, извиняюсь за выражение, говорят, это правда. Это неправда по сути. Потому что есть четкий бюджетный кодекс, есть четкие разграничения полномочий в виде устава и других там соглашений. И только в рамках этого можно действовать. Все лишнее извне можно, но только по своей личной инициативе. Декларировать о том, что там какая-то партия или еще что-то делают во благо населения поселка, неправда. Они этого делать не могут. Они могут оказать содействие. Сами лично они делать этого не могут. Только там в рамках какого-то спонсорства. Потому что в нашем законодательстве любое вмешательство партии в дела власти является грубейшим нарушением закона. Соучаствовать могут, но сами своих денег нет. Так не бывает. Вот. Так не должно быть. Поэтому я это хочу подчеркнуть, чтобы розовые очки снимайте. Вот. Добрыми делами прославиться нельзя, как говорила старуха Шипокляк. Но добрые дела в рамках нашего законодательства – это четкие бюджетные роспись и планирование. Если запланировали какие-то мероприятия за счет сверхдоходов или еще что-то, то да. А если доходов нет и у вас дефицитный бюджет, и вы живете за счет целевых средств, то нет. Но это простых жителей меньше всего касается. Это касается культуры и профессионализму тех людей, которые сегодня декларируют о том, что они готовы там перевернуть мир и сказку сделать былью. Рассказывать про любовь к поселку, я его тоже люблю, не меньше вашего. Но что-то сделать реально в нашем законодательстве, в наших положениях конкретно достаточно сложно. И это, опять же говорю, во многом не ваши заслуга. Это заслуга тех предшественников, которые в свое время делали определенные шаги. Вы шаги пока не делали. У вас некем делать. Вот. И хотелось бы тоже предостеречь некоторых новоявленных сотрудников, которые на сегодняшний день берут на себя роль экспертов, роль определенных специалистов, которых назвали специалистами, но по сути они ими не являются. Вы поосторожнее с теми выражениями, которые вы говорите простым жителям, делайте выводы, потому что работу любого специалиста, облеченной власти, проверяет органы прокуратуры. И если выявится в том, что вы сказали что-то неправильно, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности и к ответственности о отречении от должности как несоответствующего специалиста. Такую, к сожалению, процедуру прошел предыдущий глава Владимир Иванович Харитонов, которому представление писала прокуратура за неправильно принятое решение. За те решения и за те слова, которые болтают депутаты некоторые, и могут тоже привлечь, когда время придет. Поэтому будьте осторожны. Всем хорошего дня, настроения и улыбки.